Приветствую вас на канале Сокровища Черногории. И сегодня мы поговорим с вами о том, где недорого поесть в Будве. Меня часто спрашивали про это видео. Вот я его записал, конец июля 2022 года. Мы на улице Вели Винограде. Это там, где ресторан Кангару, мегамаркет на Ядранском магистрали. И вот здесь находится такой небольшой фастфуд. Цены. Плескается 3 евро, чевапи 5 штук 3 евро, пунейна плескается 3,50, гурманская плескается 3,50, батак 3,50, сэндвичи от 3,50, пиццы от 6 евро. По-моему, очень неплохой ценник, если кому-то надо быстро перекусить. Так, идем по Адриатической магистрали и еще один фастфуд СОС. Здесь цены: плесковица 2,50, гурманская плесковица 3,50, куриное филе 180 грамм 3 евро, колбаски 140 грамм 2,80, чевапи 5 штук 3 евро, килограмм 12 евро, мешанное мясо килограмм плюс картофеля 200 грамм 13 евро, сэндвичи 200-граммовые по 3 евро. Я тут сегодня буду показывать не только фастфуды. Вот бар Бучанера. Можно посмотреть еда. Стейк из тунца 17 евро. Барбекю мяса по 11 евро. 7. Вешалицы 6 евро. Салат с тунцом 7 евро. Куриный салат 7 евро. Ну, то есть это уже, как видите, не дешевый фастфуд. У них есть доставка еды. Макароны по 6, 7, 8 евро. Сэндвичи 3-5 евро. Пиццы у них от 6 евро. 6, 7, 8 евро. Кому надо лучше рассмотреть цены, можно ставить на паузу. Бургеры по 6 евро. Завтрак от 4 евро. Есть омлет с 3 яиц 3,30. Расположение у них прямо на Адриатическом шоссе. Вот любимый многими фастфуд Шкалера, который переехал от пляжа поближе к базару. Здесь гирос 4 евро, гамбургер 3 евро, батак куриный 3,50, сэндвичи 2,50, 3 евро. Так что цены, конечно, поднялись в этом году. Вот еще неплохой ресторан «Адриатик». Находится он на Медитеранской улице, недалеко от торгового центра Токи-Плаза. Пиццы здесь от 7 до 9 евро. Вот блюдо на заказ. Бифштекс 300 грамм 17 евро. Пиво бокал 2 евро. Рамштек 12 евро. Медальон 350 грамм 14 евро. Рыбная тарелка 1,2 килограмма 37 евро. Арада и бранчин килограмм 39 евро. Вот находится это в этом районе для ориентировки. И здесь же находится пекара Цап-Цап. Рекомендую. Недорого, очень вкусно. Держат боснийцы. Тут нельзя находиться так много народу, стоит очередь, поэтому я не смог пробиться к ценникам. Надо было очередь выстаивать. Но я могу сказать, что действительно там очень недорого, вкусно. И поэтому рекомендую попробовать, особенно питу с вишней. Вот еще один фастфуд. Дом гироса. Цены здесь на гиросы от 3,80 до 5,40 евро. В зависимости от начинки и размера. Напитки евро 70, евро 80. Бокал пива большой 2 евро. Вот для сравнения еще немного. В районе ресторана Тропика. Открывается на сезон Fish Express. Я готовят именно такие рыбные блюда. Цены. Вот 100 грамм рыбки, сардинки, сардельки 2,50. Креветки 4 евро 100 грамм.
Рыбное филе 300 грамм 7 евро. Гирицы 100 грамм 2 евро. Кальмары в панировке 3,50. Арада 3 евро. Морские морепродукты 5 евро 100 грамм. 500 грамм 5,5 евро – это мидии. И вот еще одно место возле Белазницы, возле школы. Такой ресторан, в котором сидят местные. Как меня и просили показать рестораны, где сидят местные. И сейчас я вам... Тут есть паркинг, кстати, кто на машине для гостей ресторана. И сейчас я вам озвучу цены в этом ресторане. Итак, под этим видео я оставлю ссылочку на меню этого ресторана, чтобы можно было посмотреть. А пока я пробегусь самое основное. Значит, яичница или омлет 3 евро, соленые блинчики 5 евро, кальмары порция 300 грамм 11 евро, жареные кальмары в панировочке тоже 11 евро, рыба первой категории 40 евро, мясные блюда, смешанное мясо полкилограмма 11 евро, медальоны из телятины с грибами 300 грамм 15 евро, караджорджево шницла 300 грамм 11 евро, куриная грудка 6 евро, куриные шашлычки с беконом 9 евро, куриные, жареная курочка 300 грамм 7 евро, бифштекс с яйцом 300 грамм 16 евро, парижский стейк 300 грамм 6 евро. Шашлыки типа чевапи. У них это по-русски написано шашлыки, но это чевапи. Естественно, с картофелем, с огурчиком, немножко с помидорчиком, лучком. 300 грамм 5 евро. Плесковица 5 евро. Гурманская плесковица 400 грамм 6 евро. Домашние колбаски 300 грамм 6 евро. Супы, чорбы, что томатный суп или из говядины по 2 евро. Салаты, шопский салат 2,50, сербский тоже 2,50, капустный салат 2 евро, летний салат перемешанный тоже 2 евро. То есть, в принципе, если выбирать простые блюда из национальной кухни, можно поесть очень недорого. Продолжая тему кафе-ресторана, вот здесь центр Будвы, автовокзал вот справа от нас, и здесь хороший ресторанчик. Тут небольшой мини-зоопарк, сюда можно приходить с детьми, есть игровая комната. И цены здесь вполне приятные на еду. Вот сюда направо зайти. Здесь есть и кролики, и утки, и фазаны, и лебеди, и черепашки. Так что детям интересно посетить это место. А цены сейчас, вот черепашки, цены сейчас мы посмотрим. Эспрессо евро 20, капучино 1,5 евро, айс кофе 2,50, лимонад 2,50, чаи 2,5 евро, смотря какие. Значит, яичница 3 евро, с ветчиной 3,50, салат цезарь 6 евро, шопский 3 евро. Чевапи 3,20, гамбургеры 3,20, плесковица 3,20, гурманская 3,70, роштильская колбаска 3 евро. Я скажу, порции очень большие, тут одной порцией наедаешься. Гирос 3,20, пасты по 6 евро, только с морепродуктами 11. Пиццы вот от маленькой 3 евро, большая, самая большая 7 евро. Сладости по 2 евро и 2,80. Наш обзор был бы неполным, если бы я не упомянул об ресторане под Лозом на Майнском пути. Это вот здесь.
Меню есть на русском, крупно, с улицы. И что самое приятное, что есть здесь блюдо дня. 5 евро с 10 до утра до 7 вечера. В это блюдо дня входит суп, салат, главное блюдо и хлеб. То есть не входит только кофе. Вот как, что можно выбрать. Горячие закуски, овощи на гриле 4,50, сыр в панировке 4 евро, грибы на гриле 200 грамм 4 евро, чевапчичи 6,50 350 грамм, плесковица 300 грамм 6,50, гурманская плесковица 8 евро. Свиная шейка 300 грамм 6,50, мясная тарелка 550 грамм 10 евро. Ну, вот сюда имеет смысл приходить именно на это блюдо дня, или, говоря по-нашему, комплексный обед. Чуть-чуть выше этого ресторана находится еще один интересный гриль. Мне его рекомендовали наши гости, которых я возил на экскурсии, говорили очень вкусно. Завтрак здесь от 3 до 4 евро. Это в основном омлеты с мясным чем-то, да? Спагетти 6 евро, соленые палачинки 5 евро, чорбы 2,50, 2,30, 2,80 и суп говяжий евро 80. Из-под сача здесь 11 евро порция 300 грамм. Рыба здесь первой категории 1 килограмм 35 евро. Очень доступные цены как для будвы в сезон. Еще немножко про такие вот фастфуды, good food. Они находятся в нескольких местах будвы. Здесь берут в основном выпечку. Очень тоже неплохое место для того, чтобы взять выпечку, взять, к примеру, какой-то кефир и перекусить где-то на лавочке. Тут выпечка и с мясом в том числе имеется в виду. Еще возле Тыргасунца, площади Солнца, возле Турист-Инфо находится вот такой фастфуд Андора. Обычно здесь, сейчас он был как раз закрыт, а обычно здесь стоит очередь из молодежи. Поэтому я решил показать и его. Гамбургер здесь 2,50, гирос 3,50. Чевапи от 3 евро, то есть вполне такой доступный ценник. Еще одно место, где находится заведение Цап-Цап. То, которое я показывал в начале видео, где я говорил, что босницы хозяева. Вот здесь, на перекрестке Тиватского светофора, есть еще одно такое место. И посмотрим теперь ближе к набережной, ближе к тоннелю в Бечичи. Роштель из Висковатца. Предложение на всю семью, 4 человека, акционная цена 17,50. Не для всей семьи, это, который 17,5 евро стоит, 1,5 литра кока-колы, килограмм мешаного мяса, 5 лепешек, полкилограмма картофеля и еще салат ко всему этому. Или для одного акция плесковица плюс картофель и какой-то напиток, это 4 евро. Цены здесь от 3,50. И еще бонусом про Бечичи расскажу. Многие знают, что есть такой магазин Мегамаркет в Бечичи, но не все обращают внимание или знают, что рядом сбоку вот вниз есть еще ресторан, называется Терраса, и цены в нем. Значит, омлет 3 евро, глазунья 2 евро, жареные овощи на гриле 4 евро, чевапи и плесковицы 5 евро, 7 евро стоит гурманская плесковица. Мне тут даже больше нравится именно рыба. Пастромка килограмм 15 евро, это форель. Рада килограмм 28 евро, зубатац 30 евро килограмм, бранчин 28 евро килограмм порция, кальмаров 9 евро, креветок 15 евро. Очень доступные цены. И мы сейчас обходим мегамаркет этот сбоку, потому что не все знают, это небольшой лайфхак. Если в этой меге купить мясо для пожарки, то можно обойти тут слева и найти роштель, на котором вам пожарят ваше мясо с чеком из мегамаркета абсолютно бесплатно. Ну, можно оставить 30-50 центов на чай. Вот этот роштель. Ну что же, я надеюсь, это видео было полезно. Если да, ставьте лайк. И до встречи в Черногории. Всего доброго!